Привет всем, меня зовут Дима Масленников. Друзья, сегодня мы проверяем три лайфхака с канала Сливки Шоу. Погнали! Первый лайфхак у нас воздушный. Теперь нам понадобится пистолет для продувки воздухом с длинной трубкой. При помощи бормашинки делаем небольшой пропил. Подключаем компрессор к пистолету, и мы получаем самодельный пескоструйный аппарат. Придерживая бутылку, нажимаем на курок, и мы можем легко и качественно очищать металл от ржавчины или краски. Дима, скажи, а что ты хочешь здесь вообще проверять? Ребят, все просто. Я хочу проверить, будет ли этот лайфхак работать именно так, как показано на видео. Потому что он очищает ржавый ключ неимоверно просто. Мне лично кажется, что он так работать не будет, и это надо проверить. Для этого лайфхака нам понадобится бормашина, пустая бутылка газировки, шуруповерт, компрессор и вот такой вот пистолет. Отмечаем отрезок 1.5 сантиметра на дуле пистолета, подключаем бормашинку и, как говорится, полечим зубки. Ну нахер. Баки, ты куда побежал, братан? Все, трубка у нас готова, приступаем к бутылке. Вот такое отверстие у нас должно получиться. Оно должно очень плотно насаживаться на дуло пистолета. О, ich bin kleine Braschenk in diese Morse gemacht, zwei mehr, meine kleine Puppe. Ну а дальше мы берем песок и очищаем его от больших песчин. Ну все, весь песок находится внутри бутылки, он очень мелкий и чистый. Поговаривают, что это самый чистый продукт в Альбукерке. Назови мое имя. Eisenberg. Goddamn right. Ну и все, остается надеть нашу бутылку на дуло пистолета, подключить его к компрессору, и наше орудие готово. Вот я с 70% вероятностью уверен, что этот лайфхак работать не будет. Так, если меня сейчас разорвет то скажите маме, что я ее люблю. Погнали. Раз, два. Воу! Стоп, 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 эффекты есть. Я думаю, каждый из вас увидел результат. Многолетняя ржавчина на гаечном ключе отлетала просто на ура. Поэтому этому лайфхаку мы смело ставим большой и жирный плюс. Второй лайфхак создан для тех, кто любит экономить на еде. Представьте, что вы остались один дома, в котором нет никакой еды. Есть только немножко соли и 100 рублей, на которые вам нужно прожить целый день, питаясь при этом максимально разнообразно и полезно. Вот что нам удалось купить. Лично мне кажется, лайфхак не работает только по одной причине. Мы не сможем купить такой набор продуктов всего за 100 рублей. Именно это надо проверить прямо сейчас. Мне интересно, сколько вообще возможно закупить такие продукты. На развес тут мяса нету. Допустим, мы берем самые дешманские окорочка каждый день. Тут, смотрите, стоимость 139 рублей. 13 штук. То есть одна ножка стоит всего 11 рублей. Ищем самое дешевое мясо, вот которое есть только. Вот это вот, похоже, 93 рубля. Берем. А где он такую маленькую капусточку нашел? Сейчас, подожди, мы сейчас. Чувак, это уже не капуста, ты понимаешь? Все, хватит. Все, вот. Морковь немытая. Оп, оп, все, вот такая она. В общем, ребят, чем дольше я проверяю этот лайфхак, тем больше я осознаю, что, скорее всего, он просто не работает. Но прожить дешевле можно не только благодаря каким-то лайфхакам и советам, а благодаря простому человеческому спасибо. Ребята, важная новость. Спасибо, Сбербанка запустила. Спасибо, Мания 2. Там вы можете приумножить свой бонусный счет. Спасибо, запомните, один бонус – это 1 рубль скидки в магазинах партнеров. А также вы можете выиграть 1 миллион бонусов. Спасибо. Если у вас есть карта Сбербанка, то вы можете накапливать бонусы «Спасибо» и обменивать их на скидки до 99% в магазинах-партнерах программы. Да-да, бросай кубик, перемещайся по карте
Собирай призы от партнеров программы и выполняй задания. Пожалуйста, давай поспеши, акция продлится до 31 августа 2018 года. Ссылка в описании. Пол-литра, так, ну вот самый дешевый. Сколько он стоит? 23, ну блин, ну уж ничего мы не сделаем с этим. У нас тут все понемножку. Смотри, тут булочка 6 рублей должна стоить. Не больше, пожалуйста. Пакет, ты что пожалел-то? Самое главное наша покупка. Конфетки, вот они. Ёбай. Так, чек взяли, все. Пожалуйста. Все. Всего доброго вам. Блин, 119 рублей 60 копеек. Вот в данном случае нас очень сильно, конечно, подставил кефир. Но вы заметили, что некоторые продукты стоили даже дешевле, чем у Сливки Шоу. Поэтому, если очень сильно заморочиться, то весь этот набор продуктов действительно можно уложить всего в 100 рублей. Поэтому этому лайфхаку мы ставим большой и жирный плюс. Он действительно работает. Третий лайфхак мне просто необходим, потому что кто-то взял да сожрал все мое мороженое. Тебе не стыдно? Для начала нам нужно растопить шоколад, залить его в стаканчики, покрутить, повертеть их и поставить в морозилку. Как уверяет автор канала, на 20 минут. Ну а дальше замешиваем 20% сливки. Ну а дальше надо аккуратненько их взбить. Чего вы волнуетесь? Баки на полу все вытрет сейчас. Техника безопасности от Дмитрия Масленникова. Берем тупой нож, ставим его в сгущенку и начинаем аккуратными движениями ее открывать. Бон аппетит! Вот такая красота у нас получилась. Ее осталось перелить в наши шоколадные стаканчики и отправить в морозилку. И вот на этом этапе начинается главная проблема. Дело в том, что даже у Сливки Шоу видно, что крем получился очень жидкий. Они его так же перелили в стаканчик, как они там установили палочку, абсолютно непонятно. Так что отправляем вот эту красоту в морозильник и посмотрим, что с ней станет. Мне кажется, честно говоря, лайфхак не получится. Ну что, прошло 5 часов и самое время посмотреть на результат. Посмотрите, я очень волновался, что шоколад не распределился, но обалдеть! Ну, ребята, это реально самодельное мороженое. Ну что, выглядит это весьма сносно, надо пробовать. Чуваки, это обычное мороженое, по вкусу вообще неотличимо. Да, чувствуется легкий привкус сгущенки, но по ощущениям это даже лучше покупного. Ребят, я сейчас в полном ахере. Поэтому этому лайфхаку мы ставим большой и жирный плюс. Па. Ну что, ребят, вот и все на сегодня. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, вы окунулись в атмосферу начала проекта «Проверка лайфхаков». И за это этому видосу надо поставить большой и жирный лайк. Убирайся, я пойду пока следующий лайфхак посмотрю.